Что-то давно крутится. Заживет сегодня. Считаю, я жил хорошо. Особо никого не обижал, ничего не своровал, в тюрьме не сидел, подчинялся законам. А так, пока детей растил, они с меня брали пример, и они тоже получились хорошие. Самое главное, я им говорю, не обижать никого. Вот животных, вот людей. И если можешь, делай хорошее. Если не можешь, не делай ничего. Оставь так. В долине реки Акушинки, в самом центре горного Дагестана, расположилось село Акуша. Во время Кавказской войны генерал Ермолов пощадил эти земли. В своих записках он отметил: «Селение обустроено опрятно, дома содержатся с особенной чистотой, отличительные народу свойства, есть трудолюбие и кротость». Если вот сейчас говорить об Акуша и акушинцах, все это взаимосвязано со всем даргинским народом. А даргинский народ, он разделяется на несколько, как говорится, частей. Есть кайтакцы, есть акушинцы, чудахарцы, микигинцы. У них свои диалекты, свои цели, но все они были взаимосвязаны всегда. Они неоднократно подвергались нападениям персидского, тюркских народов, и тех, и других. Много раз их уничтожали, малый народ, но все-таки они проходили катком. Кто-то оставался и опять возрождался. Они жили, как говорится, проходной двор истории. Даргинцы – это народ, ну, братский народ. Ну, чем отличается, вот, ну, как вам сказать, работают очень такой пахарь. Большое село у нас. Это 3000 человек живет, 2700 хозяйств. Для чего здесь рассказывал? У нас это по наследству. Друг другу передаются. Весь селение до революции, после войны вот так вот всю жизнь занимались этими шкурками. Идешь в любой город, вот идешь по трассе, чахлые, папахи, наверное, видели там трассы. Вот эти идут из нашего селения, ну, где-то 80%. Особенно после нас, вот Нижняя Метерка есть тоже, они тоже от нас научились вот эти шкурки заготавливать, и другие тоже. Скорнячество, выделка шкур, процесс не из легких. Вместе с Мусой, сыном Гамедхана, мы спустились к реке. Здесь, по колено в ледяной воде, изо дня в день работают жители Тебек-Махи. Процесс проходит в несколько этапов, самым главным из которых считается дубление, вымачивание шкуры в соли и кислоте. Сложная работа. Однако, как говорят местные, привыкнешь и все тут. А привыкнешь — значит, полюбишь. 4 часа, 5 часов просыпаюсь. Вот скот покормлю. И опять вот я одно и то же. Устаю, конечно. Как не устаю. Раньше не чувствовал, клянусь. Я, когда молодой, последние 5 лет чувствуется.
Ночью занимались раньше вот эти. Взрослые разговаривали, говорили нам, ну, как они... Вот сюда под пояс прятали-то кожу. Ну, ночью уходили. На дорогу засады милиционеры там стояли. Им не разрешали вот это. Да, в Советском Союзе же. Это считали спекуляции. Много людей арестовали за эту сделку. Лично у меня родственники, двоюродный брат, отца, двоюродный брат, вот этот же крупный рогатый шкуру повесил, чтобы сушить. Тоже видели его. Взяли, забрали. Где-то 7 или 8 лет отдали. За эту шкуру. Человек 10-15 человек не вернулись. И то не бросили вот эти. Означает внутренний, в противовес внешнему. По крайней мере, именно так привыкли считать сами даргинцы. Скрытая горами долина хранит свои тайны строго и молчаливо. Когда-то очень давно на территории Акуша, вообще на огромной территории, на которой располагается Средиземное море, Черное, Каспийское, Аральское, Азовское, это все части бывшего Сарматского моря, которое, в свою очередь, являлось частью такого древнего океана Тетис. Мы можем идти просто по дороге и найти какой-нибудь древний аммонит. Маленькие аммонитики, детишки по дороге в школу куда-то находят, приносят к нам в музей. У нас город особенно красивый. Труднодоступный, честно говоря, самый трудный. Вот этот хребет считается наш, каменистый. Ничего не растет. Этому году хоть чуть-чуть нормально дожди есть воды. 90% воды покупаем. 4 КАМАЗа постоянно ездит. У внизу стоит даже 2 водовоза. Вот это у меня колодец. 20 тонн. Все, покупаем вода. Он мне дома один раз построил, упал, трещины у нас появились. Вот это снял я, заново построил вот это. Как построил вот это же, крышка удлиненная была у меня. Ветер подул, снял вот туда и бросил. Честно говоря, может, 3 раза построил это я. Трудно у нас строить. Как ступеньки. Вот так идет у нас строить дом. Точно, как я начал все время со мной, как с пацаном белым. Он со мной все время вот этим занимается. С детства отцу помогал я. Это научил дядка мой. У нас детей родители не бросает. Он современный, верующий. Молится, в мечеть ходит. Ну, наше время не было такое же время, чтобы таким быть. У нас отец умер 9 мая, участник войны был, в 1972 году. Я в школе учился отлично. Просто за мной еще одну мать остался. Как 8 классов кончил, пошел работать. А что там, откуда верующий там? С утра пошел, до вечера бараны. Ну, я не такой не грешник, не жалуюсь. Ну, средняк. Когда вот мусульманство начали принимать, это 8 век, очень много войн было, много жертв было. Приходили, уходили, а вот потом уже, когда в 733 году пришел Мирван, вот он захватил Дербент повторно, построил джума-мечеть и построил несколько мечетей по всему Дагестану, чтобы закрепить вот ислам. И вот по преданию, одна из мечетей была это Акушинская мечеть. Эта мечеть появилась
более 1300 лет назад. Это по нашему, по мусульманскому летоисчислению 115 год был. А сейчас 1438 год. Мечеть стояла столетиями, там почти тысячелетия стояла. И потом, в 1944 году, ну, как будто надо было разрушить, разрушили ее до основания. Когда мечеть нам разрешили строить, я помогал, сам работал. И там помогающих было очень много. Там какая-то пустота образовалась. Пустота какая-то духовная после развала Советского Союза. И люди не знали, что делать. Им как-то предложили, о, надо строить мечеть. И люди начали строить, много вкладывали. Около 200-300 человек так работали. Кто мог. И маленькие дети были такие, и взрослые были, и старики были. Все работали, кто смог работать. С давних времен даргинцы славились своими богословами и переписчиками. И сегодня, как и столетия назад, в медресе при Акушинской джума-мечети приезжают со всего Дагестана. فما أحد صالح من خلق الله أو خائز ولا يستطيع أن يتحصب صفة ورث أقرب كلان من حسن أسن الجقد أشسوت فأوحى الله الله الوحي واركب إلى ينب شمال الأوحى أسن الباركب سواهي واركب Ну, кто-то становится имамом, кто-то дальше идет работать. Ну, у каждого, я думаю, у мусульмана есть такое желание, если он идет изучать религию, он должен изучать сам и обучать других. Это пример, мы должны показывать пример, что мусульманин должен таким. На зло не злом отвечал, а к злу добром отвечал. И когда что-то плохое говорят, например, он же основной люди, и тем же отвечает. А кто изучает ислам, он понимает, но злому к злому не надо отвечать. Зло сделал, старается сделать хорошее. Сейчас много людей, которые говорят, мусульмане там плохо себя ведут. И все говорят, что он мусульман, и все мусульмане такие. А он человек, который не изучал религию, который с детства изучал намаз и все. Вот тот ислам, который здесь, он столетие вот был и есть без изменений. У нас были свои алимы, ученые, которые сдерживали этот народ. Всегда вот молодежи, понимаете, вот у них начинает новое что-то искать, мол, это то, это не это. Но у нас слушают старших пока еще. В других местах не слушают. Вот к чему приводят, мы сами видим. Сколько крови было, сколько вот этой насилия было. Базар. Именно здесь раз в неделю собираются жители окрестных сел. Словно улей гудит он на всю долину. Огромный, пестрящий роскошными узорами женских платков. В каждом селе одежда женская имела свои особенности. И даже по внешнему виду обладательниц того или иного костюма можно было узнать, откуда она родом. Взрослые женщины носили платья темных тонов. А молодые женщины носили яркие, красивые платья. Сейчас изменились нравы, изменилась форма одежды. Но сейчас кто-то пытается вернуться к тому, что было. Очень многие ходят покрытые. Акушинки особенно, они носили
головной такой мешочек, нижний такой, оно, которое закрывало лоб, все волосы завязывалось, и поверх носили или платок, или носили белое покрывало, чаба. Оно бывало вышитое у кубачинок, было чисто белым у акушинок, было из черной ткани у сургинок. Ну, они ходили как бы вот в таком двойном головном уборе. Конечно, мода берет свое. Но и сегодня все помнят, сколь значим этот древний мусульманский обычай. Когда бились насмерть мужчины, женщина, когда уже отчаявшаяся, ничем не могущая остановить этот бой смертный, тогда она принимала на себя общественный удар, снимала головной убор и бросала между ними. И мужчины, чтобы не глядеть на нее, все отворачивались. И даже вот сражающиеся, они вынуждены были остановиться и уйти. Практически на всем, что окружало, человек украшал различным орнаментом. И самое большое разнообразие из орнаментов, узоров, таких элементов было на так называемых кайтакских вышивках, которые вообще было правильнее назвать таргинскими. Здравствуйте, красавица. Это узоры. Вот они были у нас все настоящие. Их было много очень. И мы сфотографировали в свое время, сделали копии, вот по ним и работаем. Потому что мы все эти обозначения во всех не очень хорошо разбираемся, поэтому стараемся придерживаться вот фотографий тех настоящих, чтобы не изменить смысл, скажем так. Ткань раньше была, материал был как домотканный и шелковый, на китайском шелке тоже вышивали, но это более ценилось. Каждая женщина сама вышивала для себя, создавая неповторимый узор, который практически ни в одном двух экземплярах мы не находим. Те изображения, которые она наносила на вышивку, в ее представлении они защищали ее от злых духов, невзгод. Эта вышивка не являлась замкнутой. Она имела начало, эта вышивка, и имела конец. Говорят, что там можно прочесть весь путь от рождения до юности, зрелости, старости и смерти. Там очень интересные рисунки, мелкий, очень четкий графический рисунок. И вот было принято, когда у человека, женщина умирала, именно в это покрывало, поверх савана ее заворачивали. Каждая хозяйка для себя готовила. Это тоже как бы вот открывая путь в иной мир, тоже оберег, тоже защита от таких сил непонятных, темных, потусторонних. Уже согласовались, все уже. Вчера спросили, хотели вот такой Фатима назвать. В честь дочери нашего пророка, Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Хотел назвать Фатима. Девушка, которая рожает, это женский праздник. Все женщины собираются, родственники, их не тоже приведут. Ну, что хотят, то и делают дома. Кушают, разговаривают, болтают. Кто чего принес, кому чего отдат. А так, это шмотками. А мужчины там же редко участвуют. Только что-нибудь заготовляют и уходят. Целый день у вас у женщины бывает. Здравствуйте.
Наш род Магаевых считали раньше одной из самых больших. Отцовство она занималась. Когда эта революция была в 1938 году, перегнали все обороны, забрали. И так они рассыпались. Ну, такой трудный семья у нас был. У меня 5 детей, 1 сын, 13 внук, внучек. Одну дочку, у меня 3 сына. А у меня не получилось. Ну, не знаю, это болезнь, что ли, селение бил. У всех дочки, у всех дочки. Этому внука назвал в честь моего отца Абу-Бакар, участник войны. Награжден был у медали за взятие Берлин. Магаев Абу-Бакар. И у меня все мечты сбились. А что сейчас? Пойдем внуку воспитать и помогать. Все, у меня в этом году 2 июля исполнилось 60 лет. Значит, достроить вот эти самые главные. Сын, не знаю, хочу отправить это на учебу. Может, университет, может, там, на медресе, не знаю. Какой он выберет? Когда он вырастет, он сам выберет, куда хочет. Может, учителем или бухгалтером, или какой-то, не знаю, какой лучше. Жили наши предки, нам говорят так жить. Надо обновлять жизнь, но старые обычаи тоже надо соблюдать. Это везде так, наверное. Это наша земля, наши горы, наш Кавказ. Я люблю свою Россию, люблю. Я гордился, что я здесь родился. И сейчас тоже горжусь. А что? Пока живой буду работать, а что делать?